Добро пожаловать на канал HardRSet Info. Перед нами находится устройство Ulefone Armor 17 Pro. И сейчас я покажу вам, как поменять язык системы данного устройства. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки». Далее проходим в раздел «Система». Здесь мы выбираем язык и ввод. Далее нажимаем «Язык». И здесь, если у вас не добавлен русский язык, нажимаем «Добавить язык», ищем здесь русский. У меня добавлен, поэтому я просто перетаскиваю его вверх. И таким образом меняю язык системы. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.